рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» по всей области проходят праздничные мероприятия. Так, совсем недавно в Химках при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и муниципальных депутатов стартовала благотворительная акция «Добрая елка». Каждый житель округа может сделать подарок ребенку из детского дома. Его нужно передать волонтерам в торговом центре «Мега Химки». Акция проходит во многих городах Подмосковья. Подарки собирают для ребят из 10 детских домов региона. Также в этом году организаторы создали площадку для сбора подарков онлайн. У нас теперь есть специальная благотворительная платформа «Рябинушка», на которой все неравнодушные люди могут в формате онлайн сделать какие-то пожертвования, купить ребятам подарки к Новому году, также оставить специальную открытку, пожелания с Новым годом, чтобы ребята улыбнулись. С наступающим праздником участников акции поздравили заместитель главы городского округа Химки Ирина Теслева, депутаты городского совета Надежда Смирнова, Юлия Мамай и Сергей Малиновский. Добрые дела делать никогда не поздно и никогда не рано. И, конечно же, в преддверии наступающего нового 2022 года, я думаю, что все вместе мы можем делать очень много добрых, а самое главное, нужных дел для тех, кто в этом нуждается. Впервые «Добрую елку» провели в 2018 году. Акция началась с Химок, а уже потом к ней подключились другие города Подмосковья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке депутатов в городском округе Химки проводят и другие праздничные мероприятия. Завершился творческий конкурс «Рождественское чудо». Во дворах устанавливают и украшают новогодние елки.